Всем привет, дорогие друзья, с вами Фёстон, а это очередной выпуск, посвященный игре «Железный лёд ВКонтакте». Итак, друзья, давненько у нас не было выпусков, это обусловлено тем, что, ну, я копил деньги, я в основном заходил каждый день, ну, нет, не каждый, не буду врать, чаще всего ленился, поэтому так давно не было выпуска, всё-таки лень было, ну, вот, ходил в эти грабежи по 1000 за один грабеж, а надо было накопить, ну вот, как видите, 56 тысяч золотых. Это не маленькая сумма. Можно сделать, не напрягаясь, ну, 56 раз сходить в плавание. Единственное, что, если не лениться, да, каждый день заходить по одному разику, по два, ну, иногда не заходить, но все равно. Ничего особо невозможного в этом нету. Ну и теперь мы готовы, друзья, наконец-то мы готовы приобрести жесткого гладиатора. Вообще я несколько раз думал, ну его куплю за 48 тысяч, но в итоге все-таки накопил 56, и теперь мы готовы взять йети. 189 тысяч здоровья. Вот смотрите, у нашего парня 1400, а у этого 189. Замечаете разницу, да? 47 тысяч или 244. Итак, друзья, момент истины. Отлично. У нас теперь в команде йети. Наверное, берсерка выгоним, да? Зачем он нам теперь? Возьмем вместо него. Так, а кого мы возьмем? Мы возьмем вот этого парня. Вот, все. Теперь у нас отличная команда. Так, и артефакт. Ну, я даже не знаю. Ну, в принципе, йети, он, наверное, твой артефакт особо не нужен. Ну, потому что он довольно слаб для йети. Ладно, оставим его нашему пощамсону. Друзья, ну и что теперь? Давайте посмотрим, сколько стоит улучшение. 6400 изумрудов. Да, это серьезно. И улучшение тоже неплохое, да? 56 тысяч урона, 227 тысяч здоровья. Это еще только на второй уровень. А вот чтобы добиться третьего уровня, там еще больше изумрудов понадобится. Да и прибавка будет более весомая. Ну, я не знаю какая, но предполагаю, что значительное. Ладно, давайте сейчас посмотрим наших героев, нашего, точнее, нового героя в боях. Вон у нас там как раз скоро будет битва с боссом. Вот там мы посмотрим. Так. Ну а что на него смотреть? Ну, до кого долетит, убьет с одного раза. Если долетит, конечно, а не будет вот так кружить вокруг да около. Даже как-то на его здоровье смотреть непривычно, когда такая большая цифра. Вот 4 цифры привычно. 6 цифр непривычно. Очень-очень мощная горилла, блин, йети. Хлоп, один удар и труп. И, кстати, ну вот знаете, с другой стороны, с этим героем сложнее зарабатывать 3 звезды за миссию. Ну то есть теперь нельзя им напрямик кого-то бить. Надо обязательно вот его толкать своими другими героями, чтобы он там зарабатывал очки как-то. Зато ему не страшны никакие ямы, там не страшно, что он маленько ударится, прожить он может очень долго. Вот бить, ладно, не будем никого бить им напрямую, ну, по крайней мере, стараться. Вот, отлично, тескири, кашет, то, что надо. Будем стараться сейчас 3 звезды заработать. Пускай бьют йети. Вот йети, эти удары, что слону дробинка. Так, ладно, йети. Попробую толкнуть по Щамсона на врага. Отлично. Толчок засчитан, да? Вот только он слабенький получился. Чуть-чуть у нас врага не добили, а теперь уже... Ну, теперь уже только напрямую убивать. Толкнуть просто во врага не получится. Ладно, тем не менее, 3 звезды мы получаем. Зря я рано сказал, что сложно с йети зарабатывать звезды, да? Несмотря на то, что мы одного все-таки викинга потеряли. Ну, в общем, ура, товарищи, двигаемся дальше. Так, можно улучшить золотую выручку, я это сделаю. Вот, так-то лучше. 572 монеты. Нет, не надо нам никаких скидок, накруток. Мы только 2 звезды набили. Все-таки чуть-чуть не дотянули до третьей. Ну ладно. Следующий бой. Теперь сражаемся против героя. Против вражеского босса. Босс, знаете, совсем не страшен для йети. Для йети это даже не босс, это, знаете, это маленький ребенок. Так, давайте сейчас его с одного удара. Еще и рикошет получим.
Отлично. Дополнительные деньги за выживших и 3 звезды. И великое достижение. Мы гордимся тобой. Я сам собой горжусь. Я горжусь не этой победой. Я горжусь тем, что я наконец-то накопил деньги на нашего викинга. Ну и, кстати, вот миссии тоже проходят неплохо. Да, вот смотрите, 894 монеты. Это почти... Но это почти то же самое, что один раз в кораблеплавание сходите, ну, в битву с пиратами, а дальше-то будут еще больше золотых давать, и на следующего викинга, ну, будет проще накопить, потому что, ну, за... А, тут и пираты будут новые, за них тоже будут больше давать. Так, ладно, ребят, где тут? У вас где-то бутылка есть, вот она. Дайте мне бутылочку, хотя она мне сейчас не нужна, но в будущем пригодится. Так, ладно, я пока что не буду плавать, пиратов будем бить за кадром. Или не будем бить. Знаете, вот я купил этого Йети, у меня такое ощущение, как будто я, не знаю, как будто я игру прошел. Мне даже как-то больше и неохота играть, ну потому что это все... Я себе представляю, как долго надо теперь копить изумруды, чтобы этого Йети прокачать. А, ну и представим, что я прокачал этого Йети, даже, наверное, купил скелета, потому что миссии проходить теперь легко. За них тоже неплохо дают золото, да и плюс пираты, ну куплю я еще скелета. Наверное, даже довольно легко пройду сюжетную ветку. Хотя, не уверен, там, может быть, тоже последний босс будет еще там в 5 раз круче, и тоже будут какие-то трудности. Но мне почему-то кажется, что со скелетом и Йети все бы было довольно просто. Но даже в случае, если я все пройду, мне опять придется начинать все заново, опять копить золото, опять копить изумруды, качать героев. И как-то вот это понимание зацикленности, оно угнетает. Так, отлично, получаем 3 звезды. И сколько? 450. Сейчас я маленько поколдую. И наши 450 превращаются в 900. Вот, отлично, друзья. Жмем далее. Ну, давайте, наверное, я не знаю. Давайте, наверное, что-нибудь еще посмотрим. Давайте отправимся на турнир. Хотя поначалу на турнире всегда слабые враги. Даже если бы у меня не было этого Йети, с ними было бы легко сражаться. Вот уже где-то в топе, там да. Но с учетом того, что у меня Йети, мне сейчас и врагов будут подсовывать, наверное, каких-то жестких. А самое жесткое, что у них может быть, это руны. У нас жесткий герой, а у них наверняка сейчас будут жесткие руны. Так, отлично. Закончили дело казнью. Получаем 40 изумрудов. А нам надо 6000 с лишним. Так что 40 это, друзья, мало. Вот отлично. Вот она мощь, так сказать, показательная. Кстати, турнир, видать, только начался, потому что я не успел пару боев, да, провести, как уже в топе, да, 66 место. Сейчас, наверное, еще один бой, уже на 50 каком-нибудь или даже 40 каком-нибудь окажусь. Так, ну-ка, кто тут у нас? Есть у нас, да, тут мускулистые парни, 77 тысяч здоровья. У этого 92. Ну, это почти половина нашего. Ну-ка, получай. Не, вот в этот раз мне достался жесткий враг. Что и говорить. 25 тысяч крит. Мне что-то это не очень нравится. И руна у него лечит союзников. На 261. Руна второго поколения, но довольно слабая. Так, двойной удар, но мы все-таки не добиваем. А это наш последний викинг. Неужто вы его затюкаете? 30 тысяч урона. Слушайте, парни, вы мне не нравитесь. Так, отлично, давай, подорвись там на бочке, петард. Молодец. Хорошая работа. Ну, смотрите, да, вот это уже какой-то реальный враг. Он нам больше половины здоровья снес. Так, ну а мы поднимаемся до 59 места. Ура, товарищи. Я думаю, даже, знаете, даже с учетом того, что мы выступаем на турнире, у нас, кстати, вот этот артефакт всего 7 уровня, и 7 уровень для него максимальным считается, потому что это простой артефакт. Давайте мы его снимем. Как тебя снять? А, наверное, вот просто вот так вот, хлоп. И все, у тебя отобрали, тебе добавили.
Так, ну ладно, давайте еще парочку боев, парочку-троечку, пока у нас есть энергия. Так, это был глупый ход, но я надеялся Йети вот сюда наверх вытолкать, ничего не вышло. Но враг у нас слабый, так что горевать не о чем, не то что предыдущий, да? Так, наверное, не доедем. Ну и ладно, между нами труп, он, наверное, тоже споткнется. А если не споткнется, то сильного вреда он нам не нанесет. У него максимальный урон 5000. Для нас 5000 это, ну, это даже... Ну, я не знаю, очень долго ему пришлось бы нас бить, чтобы снять все наше здоровье с таким маленьким уроном. Отлично, друзья, еще одна победа. Поднимаемся на 52 место, ура. Но, как видите, нам сейчас уже ставят довольно сильных врагов. Давайте ради интереса проверим. Вот просто возьмем... Просто возьмем и проверим, ради интереса. Вместо Йети поставим слабого викинга. И нам сейчас, по-моему, должны в турнире давать более слабых врагов. Так, подождите, этого врага нам дали до того, как мы поменяли наших бойцов. Марина Ивлева. Что-то я сомневаюсь. Если ее нам дали до того, как мы поменяли викингов, то... Ну ладно. То нету смысла, что мы их поменяли. Да, похоже до, потому что вы смотрите, кто тут, Злобсон, Самурайсон. Нет, нам, в общем, можно выходить сразу. Наш Пощамсон там ни о чем. Потеряли чуть-чуть рейтинга, но это все ерунда, друзья. Так, ладно, где наш Супер Йети? Вот он, наш красавчик. Так, не, смотрите, нам врага поменяли. А, ну хотя, наверное, поменяли, потому что мы проиграли. Так, теперь у нас Артем Ящук, нападаем. Привет, Тём. Ну, посмотрите, что творится. У Тёмы есть скелет. Скелет это, по-моему, да, это почти то же самое, что наш Йети, только более жирный, но менее сильная атака. Ладно, посмотрим, кто кого. Кстати, скелет, на тебе есть какие-нибудь руны? Рун нету, у вас тоже. Ну ладно, я надеюсь на победу. Так, неужели я сейчас не смогу ударить нашим Йети напрямую этого скелета? Это плохо. Ну ладно, тогда сходим куда-нибудь в никуда. Не получится, да, никак? Вот, мог бы быть шанс от борта. Так, у врага ходит скелет. Очень слабый удар. Хотя, нормальный. Ладно, мы бьем в ответ. Нас спасает то, что у врага два викинга, поэтому ходит не все... Ё-моё, это было неприятно. Опять ходит скелет. Так, нам надо вот сейчас во что бы то ни стало скелета добивать, а у нас, ну, никак не получается ни от какого борта. Ладно, бог с вами. Я надеюсь, следующий ход нам принесет нормальное положение. И мы сможем добить нашего врага. Вот так вот. Хотя мы были близки к проигрышу. Отлично, друзья. Поднимаемся. Эх. Ну, ладно, мы до сих пор на 52 месте. Я надеялся все-таки уйти из топ-50 и уже дальше двинуться. Там в топ-40 с чем-нибудь. Эх, против нас такой интересный враг сейчас должен был быть. Две девчонки. Брюнетка и блондинка. Но у нас... Но у нас нет энергии, так что на этом я закончу наш выпуск. И даже не знаю, буду ли я еще играть. Ну,
Надоедает, надоедает, друзья, ей-богу. Так что на этом я закончу. С вами был 1101. Если вам понравилось, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем спасибо, всем пока.